Фу, ну что? Что? Начнем, пожалуй, начнем. Сейчас я музыку сделал немножко потише, на всякий случай, потому что я не знаю. Громко, ну не громко орёт, так сказать, новую музычку скинул себе и решил проверить, как она, что она, нормально, ненормально, так сказать, будет и так далее. Вот, так что начнем, пожалуй, играть, начнем, пожалуй, стрим, как говорится. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Panzer. Сегодня у нас воскресенье, а это означает воскресный стрим. Да-да, воскресный стрим номер 2, скажем так. Вот, так сказать, каждонедельный еженедельный воскресный стрим номер 2. Да. Вот, кстати, я так думаю... Так, давайте начнем уже играть. Да, я вот, кстати, играю за канониром. Я его раздел. Не лагай, давай. Уже прогружайся, все, что нужно у меня. Вот, я раздел его полностью. Поставил ему молоток только 5-го левела. Вот, так что... Ёкарный бабашек, фиграм хольма. Так вот, что я хотел сказать там. Я, наверное, перемещусь обратно на YouTube. Твою налево на YouTube. А вот почему на YouTube? Ну, на Twitch все равно никто не смотрит, а там некоторые заморочки с перемещением видео на YouTube и все дела, короче. В общем, поэтому я так думаю, перемещу обратно стримы на YouTube, и все нормально будет. Я Корней Бабай просто у нас жирненький. Ну да ладно. Хочу, так сказать, задача на этот стрим у меня прокачать персонажей, докачать гнома, докачать фрезу, возможно, докачать танка, и если останется время, возможно, я и за 40 поиграю, но у меня 2-го левела, вот, я не знаю, что еще делать. Вот такие вот дела. Сейчас, кстати, почему мне запустить трансляцию там в качестве чата? Ну, в смысле, на планшете. Пролаг какой-то был, это нехороший. Ой, я, кстати, надеюсь, что у меня нормально все с качеством. Я что-то не проверял, запустил без проверочки. И все как бы типа нормально. Так, сразу же садимся. Давай. Так, давай. И вот так вот тебе еще разочек. Да ну нафиг! Пролаг был, что ли, с его стороны. Да, ясно. Ну окей, что поделать. Погнали, у нас донари и авкеры. Куда деваться? Куда деваться? Да ну нафиг, чё, прикалываетесь, что ли? Реально? Ну окей, буду ломать вам стеночку. Чё, у меня есть какой-то вариант, что ли? Потому что здесь что-то как-то, ну, не очень началось у нас все это только дело. Так сказать, начало не очень вышло. Ну, а тем временем я вот начинаю обстреливать уже, и сейчас вот... Убийство. Супер. Оу. Ну, на капканчике в двухе встали, и то хорошо. О, еще встал, вообще молодец. Они его даже не заметили. Так, ну, у нас Нарин авкеры. С ними ничего не сделать, ничего не поделать. Ну, не все. 40, к примеру, не авкер, но все равно донари. Так, ну, собственно, как и я. Так. Супер. Меня просто сразу постоянно спаливают, и... Да, не, конечно, их не сапер, это там... Я не понимаю, у него этот левел стопудово какой-нибудь ядрёшенький какой. Да, 17 левел и вес 1600. Блин, я не понимаю, ну как можно? О, вообще, у нас минус 2. И говорится, начинаем за упокой сразу. Толку начинать за здравие, когда лучше начать сразу за упокой. Вот, ну, просто есть пословица такая, поговорочка. Начали за здравие, закончили за упокой, а мы сразу за упокой начинаем, короче. Без лишних заморочек.
Вот, команда дрищей, команда донарей, и неважно, что у нас тут инквизитор такого большого левела, 15, какой нафиг, вот, пожалуйста, у него 15 левел, а толку, вес у него больше, чем у этого донаря сапера, блин. Ай, блин, я не понимаю этого всего. Окей, давайте попробую здесь поставить пушку себе. Карцер. Ну, по крайней мере, я этого говноеда отвлеку. Так. А, да ну нафиг, 130. Да, в задницу все это дело. Так, ладно, погнали. Бутыль. А стоит ли пить бутыль, если я все равно сейчас сдохну? Ай, блин, 16. 16 опыта. Вот тебе, милица. И маленький вес. Ну и, конечно же, мне никто не поможет. Точнее, толку от этих помощников никакого. Убийство. Супер. Как говорится, и на том хорошо. Но толку от этого сейчас вообще никакого. Точку у нас не пытаются даже захватить. А тут дамажит? Ну, дамажит понемножечко, только толку от этого немножечко. Ладно, все, короче, пофигу. Надо пить бутыль, у меня он откатился как раз. Здесь просто можно пройти было. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, давайте срать. Теслочками. Ага, у меня просто на картридж закончил все это дело. И убийство. Ну, как говорится, и на этом хорошо. Что-то противник затупил, затупил, прям жестко затупил. Нам так как повезло на данный момент. Мы точку даже захватили. Ну, может из-за того, что я пришел, может из-за того, что все пришли. Вот, поэтому сейчас сложно утверждать, из-за чего все так хорошо пошло. Ну и нормально. О, супер! Меня просто отхиляли божественно. Ну я вдарил, толку нету никакого, опять на микрофон ударил. У меня хп мало. У меня хп мало, и квить раздеваться тоже практически не было смысла. Все равно какая-то жопа сраная, блин. Это идиотизм. Че там? Главный зал это хорошо. Ну погнали, застраивай точку, короче, че, фигов. Фигов, что остается-то? Если против нас нормальные игроки играют. Да уж. Да, супер. Я прям под удар подошел. Под удар. Еще полная задница. Ну, ладно. Ну, уже бой надо побыстрее заканчивать. Здесь все равно много опыта не заработать. Нормально. Кстати, я вот что-то не понял. У них сапер в эпике, что ли? А, ну да, конечно, здесь не будет показано. У них в эпике, еще с рунами. Я манал все это дело. Чувак с рунами, стопудово с амулетами. Еще в эпике. И... я этого не понимаю. И 1600 веса. Ну так, я так скажу, подытожу, короче. Ладно, всрать, короче.
точку захватывать я не буду. Я лучше здесь постою, они сами придут ко мне. Броньку построил, только толку никакого. Так, мне тесточку уже сломали. Ой, подскользнулся чувак, бедолага. Ну, конечно. Ладно, в задницу, короче, все, постою, короче, манал, я все это делал, нафиг, это идиотизм. А, я лучше постою, да, я спел. Надоело. Сейчас пока лучше чат настроим. Чат настрою. Все равно только зря время тратим на все это гиблое дело. Играть против тех, у кого там шмотки, я манал какие. Это тупость. Так, смог вырубить. Замечательно. Теперь настроить. Так, ой, не то. Вырубить чат. И применить. Замечательно, все. На планшетике включил чат, так что можно побегать, раз еще время есть. Пострадаю фигней. Не отвлекся. Ну так, фигней страдаем, почему бы и нет. Так, куда с той стороны надо бежать? А я надеялся попасть. Нет, это бесполезно. Просто талент сапер только чего уже стоит. 19 убил. Ну, я думаю, это понятно, что там. Дегенераты тупые, вы нафига захватываете, конченые дебилы, блин, вы не сможете точку удержать. Только время зря тратите, дауны тупорылые, блин. Кошмар. Вы даже сейчас сотку не наберете, к вам уже приду, блин. Вон уже инквизитор бегает, дебил, блин. А вы тащеры, вы захватили точку, молодцы, блин. Кое-как соточку даже набили, дебилоиды, блин. Кошмар. Меня раздражают такие дауны. Леопард Тактикс. Давайте посмотрим, что у него там. Потому что лично мне это интересно. Что у него там вообще по шмоту. Потому что закинул, блин, к таким дрещам такого. Это, конечно, уже идиотизм. Ну, это только патика. Блядское говно. Да ёб твою ж налево. Ну это как меня это бесит, говно, вот это вот удаление, сразу же автоматическое выделение. Дебилы, блин, до сих пор исправить это не могут. Но...
Слушайте, а вообще хоть правильно там? Леопар. Ну, да я вроде правильно вводил. И кого знает. Ну-ка. А, я на Твиче же не могу. Проматывать не могу. Конечно, фигово. Я думаю, у меня здесь уже давно прошло. Сейчас подождите немного. Гляну. Как это говнодрыза зовут, блин. Прогрузилось у меня здесь, нет. Нет, здесь уже. Маленькая задержка, на удивление, конечно. Очень маленькая. Ну да и ладно. Потом гляну, что это за пидрило закинуло к нам в легендарном шмоте и так далее. С таким маленьким весом. Ладно, погнали. Посмотрим эту конченую теорию о том, что вес как-то помогает. То есть левел вообще ни о чем, а вес это главное. И вот 100% сейчас закинет опять каким-нибудь говнодрызом, которая была слишком уж сильная. И будут с легкостью убивать. Я вот не понимаю. Ну вот он занял первое место, да, он по всем параметрам первый был. Ему вот стопудово дали ядрёную мать сколько весу. Так, как эта тварина его сбивает, не просирая, не ревая и так далее. Как эта тварь его сбивает? Меня вот это больше раздражает, потому что вот стопудово... Сейчас пару боев сыграет, у него все равно будет так же 1600 веса. Человек явно умеет играть. Чтобы, там, не знаю, сидеть 2 месяца, качать персонажа только на сундуках, а потом 2-3 боя сыграть и затащить против нубов, это глупо. А это так и получится, как бы. То есть, вот можно на сундуках набить такой левел, как бы, и потом 2-3 боя сыграть, и тебе, вот, опять конченое говно, блин, на саперами. Ой, блин, дебильные карты. Ой, на канонире. Можно на сундуках качаться, 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 и потом закидывает тебя к дрещам с 1000, вот, потому что у тебя вес тоже 1000. Там 2-3 боя там сыграешь, и все. Это все, что ты сможешь сделать. Идиотизм долбанный. В тестке тишина, так что пофигу. Кстати, да, что там у нас по весу? По весу. Ну вот, пожалуйста, 1500. Вот как его к нам закинул? 15 левел. Ой-ой-ой. 1400. Я не понимаю, как это говносистема считает и так далее. Так что, все это фигня. То, что там вес, не вес. Все это говно, короче, тупое. Ну давай, грузись. Не, уж, конечно, толку от моей стрельбы здесь вообще никакой не было, но я хотя бы чувака поотвлекал. Погнали. Что-то какая-то жопа там началась. Угу. Вот они куда ведут. Ну, хорошо. Это, по крайней мере, их застопит немножко. О, я невидимую бутыль выпил. Прикольно. Ну, давай, 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 тащи. Ну, блин, долбанный инквизитор меня оттолкнул. Подамажит немножко.
О, я успел поставить, и даже он успел наступить на него. Хорошо, хоть как-то надамажил. Так, Кать, отвлек немножко. И на том хорошо. Но это все фигня. На этой карте... Так, Теслочки поставить сюда. На подход. Хотя бы хоть как-то. Просто на капкане сдохли. Вообще супер. Что-то непонятно, что там он, короче, творил, но в целом неплохо. Капкан прям под ноги и нормально затащил. И моя Теслочка живая. Что самое главное. Лично для меня. Ну, ставься ты уже куда-нибудь, зараза. Так, давай уже настреляйся. Настреляйся, надамажься. И чё он побежал туда? Типа, мою эту сломать. Пушку. Ну, хорошо, пускай ломает. А, блин! Я что-то вортупил, забыл, что она там и стоит. Я вообще ненавижу гномами играть на этой карте. Не, конечно, по одному тяжело. Тяжело, блин, по одному делать что-либо. Но пока что наш гном тащит. И нехило. Ну ёб твою ж налево. Я не спорю, ТП классное, но, блин. Сложно утверждать, классное или оно. Добил. Давай, стройся. О, затащили, блин. Вообще супер. Так. Ну, пока противник тупит, у нас есть шансы хоть что-то сделать. Я не знаю, почему я там дамажу. По мумии, наверное. А, ну да, по мумии, наверное. Нам тем временем тащат, и это никто... Точнее, мало кто на это обращает внимание. Вот это фигово, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй. На тебе! Красиво. Обожаю вот так вот убивать картечь, потому что это реально красиво становится. Так, давай, стройся. Вот сюда тебя поставим тоже. На капканами, что ли, там по моим походили? Что-то дамаг был. Показывался дамаг. Так, пушечку надо строить. Ага, наверх утаскивают. Хорошо. Ой, наступили. Ой, гномик наступил. Молодец-то какой, а? Не сдохли. Ну и ладно. Да, о, у меня ж три капкана, я вечно забываю, что у меня три капкана на канонире. Поставь уже нормально телепорт, добрый дебил. Господи,
за ворота телепортирует, идиот, блин. Мало того, что он конченый, блин, и на нашу же базу телепортирует. Так еще и, блин, только откатывает. Почти получилось. Почти получился дамаж даже. Не, нормально. Хм, без телепорта быстрее иду, блин. Господи. Что за конченые? Так, ну ладно. Да уж, этот телепорт сейчас не лучше уже. Было бы смешно, если бы он меня сейчас убил бы. Ну, по крайней мере, я роль наживки выполнил, и на том хорошо. Берс отвлекался, а Берс это, блин, неплохо. Ладненько. Супер. Чувак тащит. Так, камешек. Вот. И камешек потащил наверх. Я камень сбросил вниз. А, блинский, не успел убежать. Да, профукал чутка момент, и мне ударили. И в итоге получилось плохо. Не наступил. Не успел бутыль выпить, ну и ладно. Вроде в этом проходе, да, у меня Тесла стоят? Я очень надеюсь, что в этом проходе. Потому что если не в этом, то нафиг все это дело. И надо реально тащить. Урон в этом. Нет, не в этом. Урон это просто их поубивали там. А да, в этом нормально все. Ах ты ж. Блин! Успела смыться, тварь. Куда эта овца сбежала? Блин, в откате что ли? Или цепи не хватает? А! Все, выиграли. Задницу все это дело. Так, 1030. Сейчас посмотрим, сколько у меня откатится. Так, ну здесь не показывает, насколько откатит. О, левел получил. Слава тебе, господи, по гномику хоть левел получил. 1030. 1084. Я не знаю нафиг, почему у меня не откатил. А, левел же получил. Точно. Точно. Так, и здесь мне нужно награду за убийство делать, точно. Прям без вариантов, походу, мне надо брать его. И валим отсюда вон. На фризу. Так, ну, раз такие дела, то надо и чакрамы снять. Ой, инвентарь, и снять чакрамы. А, шакрамы. Шакрамы. Где как их называют? И уже пойдем налегке. Я вот так сказал. Не знаю, долго будет идти эта фигня, я бы так сказал, или недолго. Там будет видно. Я сейчас пытаюсь прогуляюсь, потому что у меня бывает иногда персонажи, господи. Все, кто в Тейсе находится, не отображаются иногда.
в комнату заходишь, оп, появились. Вот. Ну, там пусто. И ладно. Так, мне, значит, осталось фризу докачать. Ну, тоже там пару боев только сыграть надо будет, и все. 3000. Да, примерно пару боев сыграть нормально будет. Вот, я думаю, наверное, я перемещу стримы на YouTube, чтобы было как для меня хотя бы удобно. Только от того, что я стримлю на Твиче никакого, потому что Панзар на Твиче вообще не смотрит, походу, дело. Вот, поэтому на YouTube будет мои стримы, если выпускаться. Понастраиваю, посмотрю, что да как, что лучше, что хуже будет и так далее. Вот, я не знаю, конечно, может у меня сейчас там вообще просто стримецкий лагает, просто жуть как лагает. И я это, конечно же, никак проверить не могу, потому что мой планшетник, ну, вообще отказывается запускать видео. Поток. Чат запускает, звук может запустить, а вот видео поток не хочет запускать. О, реально джунгли. Нормально, хоть как-то, блин, хоть как-то хоть что-то. Ну вот, пытался посмотреть, и все равно видеопоток ноль, да. Я думаю, с ютубом это такой фигни не будет. Ой, погнали, посмотрим, что у нас. Вот это я уже понимаю. Я самый сильный здесь, короче, среди всех. Ну-ка, смотреть профиль. 4-й левел. Вот это я уже понимаю, Боленский. Вот это я сейчас буду качаться. Ну-ка, противник успею посмотреть. А, нет, вот у них тоже фреза. 9-й левел. А у меня, кстати, какой левел-то хоть вообще? Недоступных действий, блин. У меня какой левел? 13-й, точно, я в 14-й хочу качаться. Ну, тоже неплохо. Супер, меня переморозили. И мне никто не помогал даже. Что поделать? Вот такие вот дела. Так. Да ты что, в натуре что ли? А, все нафиг. Где хоть одни дамагеры? Почему никого нет на точке? Вы дебилы, где лазите? Зеленозадые. Кошмар. Ни одной обезьяны нет на точке, когда они нужны, блин. Пошли все в задницу. Твари нафиг, пока вас дождешься здесь, а вот такую фигню сделаю. И чё, блин, мне теперь скучно на точке стало. Добей уже. Да, я добью. Нафига я ударил? Протупил. Не, он, конечно, хил с единичкой помощи, это тащит у нас. Хотя он хилял. И это было видно. Бабах. Эх, пролетело, да? Холища! Ой-ой-ой, бежать-то сразу как, а? Налить не успел закинуть. Ну, вот часто налить я успел, но успел. И на том хорошо.
Вообще не хотят на точку идти. Тупорылые безмозглые ублюдки. Потому что как еще обозвать, я не знаю. Нашли на чем, на какой карте фармится. Очнулись тупые макаки, блин. Господи. Ой, господи, тупые обезьяны, блин, вы вообще головой соображаете? Вот как-нибудь. Я не буду стрелять. Там без меня дамагеров полно. Тем более у меня щит. Застилил. Я заслужил это. Давай, 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 давай. Вот так вот вообще хорошо. Помощь тоже неплохо. Застилил, мне пофигу. Ах ты, нифига себе, инквизитор-то пришел мне в спину. Что-то я вот он, его-то я и не ждал даже. Скучно играть, когда команда вот так вот жестко топит. Ну конечно! О, там Робин Гуд стоит в кустах. Вот это, конечно, дамагер-то тащер. Текс. Хватит? Откатится, не откатится? Ну давай! Все-таки он меня убил. Ну и ладно. ХП у него было слишком много. Вот он меня и убил. Ладно, то было весело. Так, сразу щит на всякий случай. Но всю задницу его. Прекрасно. Вот сейчас вот это вот... идиотизм. Что сейчас творилось? Особенно то, что враг разморозился. Конечно, сейчас было весело, да и в целом пофигу. И говорится, я и без этого тащу. Замечательно. Эх, подскользнулся! Бедолашка! Упрыгал. Вот говнюк. Ну, давай, морозь! Неплохо. Я просто затащил. Ай, блин, я свою же заморозку сбил. Случайно. Случайно сбил. А я все еще продолжаю дохнуть как говно. Ну хотя неудивительно, у меня хп-то вообще очень мало сейчас.
нифига, 1600, минус 1100 хп себе сделал. Даже минус 1050. Замерз! Нет, не замерз, повезло. Блинки, да ну нафиг. И на том хорошо. О, вообще хорошо. Ау, нифига меня раздербанило. Просто на мелкие кусочки. Вот гном у нас тут, блин, настреливает хорошо прям. Он у меня очки отжимает, зараза. Пока я дохло валяюсь. И уже бой заканчивается. Неплохо. Так, он все меня еще обходит. А, нифига себе, нормально он достал меня. Не знаю из-за чего. Ну, дубин телескопичка. Чувак тащит. Че еще могу сказать? У него просто дубин. Он начинает ударять, у него дубина жестко прям вытягивается на 3 метра. И он поэтому может убить. Другого варианта просто нету. Ладно, погнали дальше. Все равно это говнобои. С говного потом. Так что мне еще надо будет набивать и набивать. Так, еще... Ну да, еще я вроде 1000 только набил. Судя по опыту, я вроде набил только 1000. Короче, планшетник мне нафиг. Че-то все равно никто ничего не напишет. А я только лишний раз отвлекаюсь. Так, глянем, что у нас в ТС. В ТС тишина и покой. Замечательно. Да, никто не заходил. А хату уже раскачайте побыстрее. Да, не спорю, как бы идея с премом, все дела, это неплохая, но я не постоянно же качаюсь. Мне, чтобы нормальный прем был, мне надо реально вот сразу на год покупать, и тогда будет хоть какая-то польза от этого. А так вообще никакого. Кстати, морозный щит. Глубокая заморозка. Заброска, длина ведьма выпускает перед собой заряд ледяного воздуха. А, это понятное дело. Вот мне надо расщепление. Урон. Ну вот смотрю, 3500 дамаг у нее. А если, допустим, после этого скилла там у него останется здоровье, там не 3500 отнимет, да, там, допустим, у него, допустим, у чувака будет 6000 хп. Не убьет же, не сваншотит. Хотя и от крика тоже толку не сильно много. Замороженным. А, нифига, 1638 в секунду. А они там заморозочки могут по 3 секунды, по 4 стоять. Примерно. Так что да. Крик нужная штука. Я думаю, морозный щит качать следующий или что? Все понять не могу. Что же мне качать с следующим? Ну, опять к маленьким закидываю, это хорошо. Реально, надо меньше 1000 сгонять, чтобы хоть как-то каким-то. Точнее, чтобы хоть как-то больших не закидывало. Это реально какая-то жопа. С этой фигней всей. Ну да. У меня. Нечего вкидывать.
Так, что у нас тут? Так, у них две фрезы, одна с орком. Надеюсь, это не три фрезы. Да, правильно. Две фрезы, одна с орком. У нас фреза с орком. Два инквизитора, два инквизитора. Два канонира, один канонир. Понятно. Фреза на канонира. Два берсерка, два берсерка. Хилов нету. Ни там, ни тут. Но две фрезы, это, конечно, фигово. Боюсь, на первом схождении я сдохну. Нормально. Я один как дебил побежал на точку. Супер. Ни одной зеленозадой твари нет. Вот, есть хоть одна. И садит с тебя. Ну, как я и говорил. Только я думал того, что будут фрезы настоять, а у нас просто никого не было. Так, стоп. А, вот, отключено. Нажал, по ходу дела. Супер, это конченая тварина за мной еще не побежала. А, блин, точно же, не наша заморозка. Какого фига я тут бежал? Неплохо. 3-0, я тащу. Что-то я этого берсерка фолка вообще не вижу. А нету, он там что-то нанес даже. А, вот. Здесь бегает. Ага, блин, у меня нету. Пробиваха. Ну, супер. Мы тут сольем как говнище, вот так посмотрите. Эти ничего сделать не могут, берсерки так просто бегают, инквизиторы, ну, что-то делают. Но я вообще ни о чем. А, ну, 42 к 2. Нормально. Какую-то фигню заработал себе. Ну, убийство совершил, фрезу грохнул. И сразу же поднялся вверх по лестнице очень-очень жестко. Обогнал всех чертям собачьим. Потому что у меня сразу помощь. Убийством и урон. Ну, как говорится, я-то себя набью. Хотя бы так. Я тащу. Интересно, будут писать что-нибудь? А. Оу, все на точку занимаем точку. Блин, чувак, ты тащер. Просто тащер. Черт убери, ты, я просто, я склоняюсь перед тобой, ты просто офигенный тащер. Только где ты? А, вот ты где бежишь. И чё, там в одного что ли затащишь? Я в тебя верил. Ну вот только как-то все фигово вышло. Не, он меня грохнут, но... Надо лучше пораньше кастовать. Все на точку, давай, вперед, на точку! Убьем их всех! Убьем, да! Мы сделаем это! Мы сможем! О да! Долбанный канонир.
Проблема в том, что они канониры, походу, дела вообще не трогают. А... По крайней мере, мне так очень сильно кажется. О, да, давай, чувак, я тебя верю. Команды, команды, мы пойдем за тобой. Ты же тащер, ядрит тебя колотить налево, блин. Мы же сможем от того, что ты сказал, что надо всем идти на точку. Потому что мы вдвоем идем на точку, толку очень много. Блять, ну это просто. Просто как Колумб открывает Америку. Просто ух, прям тащер. Это вообще прям тащер. Тащерский. Да ёпарасетэ, как меня достали эти долбанные твари со своими дубинами телескопичками. Какого фигу, и здесь такая же фигня, блин. Он стоял, блин, далеко. Почему я так их не достаю? И бесит уже. Кучное говнище, блин. А, нормально, я-то на участие накопил уже, так что все, тащим. Тащим, тащим. Так, кто у них лучший? А, ну да, не спорим. Мне кранты. Че я тупанул? Жестко так вылез. Ну нормально, я помощь заработал немножко. Ого, мы еще сможем точку захватить, что ли? Удерживайте точку! Да, от того, что ты это сказал, мы удержим точку. Да. Мы сможем. Я просто не понимаю, кому он говорит это. Там просто никого не, всегда нету. И кому он это говорит, ну, чуть-чуть непонятно. Кого ты, песок, пыль кидаешь, девилоид, долбанный? Да черт я побери, я даже налить не успел кинуть. Они, походу, делают точку, хотя, нет, не хотят. У них некие разногласия в команде. Ну давай, чувак, с команды удерживай точку, и мы сможем ее удержать. Ничего, что, конечно, вся команда у нас идет с это. Средство. Но от того, что ты скомандуешь, мы сможем удержать. Конечно, молния тащит. Блин, я даже конченый фол кавка еще тварь обогнал. Офигеть! Кошмар какой-то. А чё ж ты это не тащил, адох, как говнище? Как меня все достало это. И пофигу, у меня процесс кача прет, я фрезу докачаю. Гнома докачал, канонира фрезу докачаю. А там попрет. Ну нет у меня желания стримить сегодня. Вообще его никакого желания не было, если честно. И вчера Royal Quest тоже не было желания стримить. Вообще желание вкинуться таблетками, доспать лечь, чтобы уже эта долбанная простуда прошла. Но из-за YouTube канала ничего не могу сделать. И болезни не проходят. Вчера, к примеру, лег вообще поздно. Сколько это? 12:00 проснулся уже. 7:30. Ой, 12:30. 1:30 я лег, блин. Проснулся 7:30, так что вообще нормальненько. Нифига не высыпаюсь и так далее. Да. Была бы еще польза бы от этого. Но только вообще глухо, как в танке. И скучно. Очень-очень скучно. Становится от однообразия.
Так, мне, по идее, еще один бой затащить, если... И, по сути, все. 1200 там вроде надо накопить. Ну, в общем, 1-2 боя еще надо будет играть на фризе. Это фигово. И потом зайти... На сорку зайти, посмотреть, как вообще ею играть на втором левеле. Так давно уже не играл. Чувак уже по рефлексу блок ставит. Бабах. Ладненько. По весу глянем. Ну да, вес у нас опять жестких уже начал закидывать. Я теперь самый дрыщеплю практически. А нет, вот. Теперь против нас играет. 6-й левел. Тащит, тащит, чувак, тащит. Ладно, погнали. Фреза у них тоже есть. Это вообще фигово. Это просто несказанно фигово. ФБ, а у меня помощь. Помощь — это хорошо. А, блин, это инквизитор был не наш. Ну, что поделать, ладно. Я набил ЦП на щит, так что все хорошо. Так, ну этого берсерка нету, который там говорил, что надо тащить. А зато вот Red Devil, которого я видел где-то уже, есть. Так, щитецкий и замораживаем. А, вообще супер. Какого фига, я не знаю, но в целом затащил. Ладно, цепешку вернул на щит, и то хорошо. Щит минуту держится, это хорошо, мне это нравится. Это реально можно на респе его скастовать, и все будет хорошо. Я лучше здесь постою. Эх, чё, Вова? Вова, да? Вот так вот. Телепорт, дебилоиды! Господи ты божечки. Ударил, зараза. Ой, мне кранты. Да, я что-то паверку-то жахнул, и потом уже увидел, что его уже добивают. Ну, тоже неплохо. У меня каким-то боком убийство. Есть очки за убийство. Хотя, убил ноль. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ты лагающий, конечно, этот тащер. Ва! Поздно увидел. Поздно увидел и поздно среагировал. Ну ладно. Ну, урончик зато заработал. Мина не наша. Надо запомнить. У меня теперь есть на крик, так что нужно это использовать с умом. Очень даже, я бы так сказал, с умом надо использовать все это дело. Да ну нафиг, просто со спины пришел, скотина. На одного-то убил, только толку от этого было никакого. Так только надамажил. Ладно. Не с умом использовал все это дело. Хотя заморозочка была отменная. Наши бы ее использовали, было бы супер. Я бы помощь нехило заработал.
Но что-то как-то оказалось не сильно хорошо. О! Супер! Общит ударил, убился. Молодец, чувак, так держать. Долбанная анимация. Все-таки мастерство влияет на скорость заморозки, что ли? Я понять не могу, почему долбанные трещи. А хотя вообще-то, что я говорю-то? Это же можно бешенство-то вкачать на третий левел. К левелу 10 в легкую. О чем вообще идет речь? Скорость атаки у них, по сути, будет такая же, как и с теми, с которыми я обычно привык сражаться. Бум! Ну и кто кого? Она меня переморозила. Оба-на! А кто меня убил? А, инквизитор! Я-то пытался берсерка защититься. О, я обогнал. Я тащу. Надо на точку заходить по-нормальному уже. Пробовать реализовать все это дело свое. Супер. Все в меня стреляет. И вообще-то в итоге все-таки один раз убился, что очень даже неплохо. Дебилы, блин, конченые. Ну, догоняй, тупая ты задница, а? Неплохо. Бежать, ёшкин кот. Мне мана нужна. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоять, щит спал. Воу-воу-воу, легче. Говноед мелкий. Нормально, помощь. Ну вот, все-таки он меня обогнал под конец, скотина. Ах, ну и ладно. Зато и лучше по помощи, и не канает. Да, еще один бой. Я правильно подумал, что надо будет еще один бой. 1200 накопить больших делов. Какая-нибудь копеечка, да, там осталось у меня. Да, 34. Так что любой бой, и я апнулайвал себе. Так что неплохо. Так, в тезе также тишина. И покой. Хух-хух-хух-хух. Давай уже, грузи быстрее. Уже глаза устали. Что-то прям вообще. О, загрузилась карта нормально. Так. Крепость людоедов. Ладно, пробуем теперь здесь тащить. Так, а вот и закидывают против нас. Блин, нехилых таких закидывают, и сорок у них мощные. Ну-ка, посмотри, профиль, хп, наверное, у него много. Да, 2300, 9 красные шмотки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что там у них? 13 левел, тоже так нехило. Ну-ка, леди, огонь. 12 левел, так что молния тоже есть. Ну-ка, у нашей 11 левел.
Да уж, а вес одинаковый. Даже наша тащит. А, нет, да, наша тащит. Ну ладно. Вообще, пофигу. Вперед! Быстрее, 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 быстрее! Сейчас прям сразу на точку зайти и сразу морозить нафиг. Морозить и морозить и морозить. Вот так вот прям морозить сразу и морозить. Морозить и морозить. Просто тащить. Ну супер, я даже ЦП-ху не набил. Дай мне ЦП. Да ЦП твою мать дай. О, господи. Надо было чуть поближе подойти, тогда бы все нормально было бы. Так и сейчас у нас точку отоберут все-таки, потому что нас всех просто один берсерк раскидал. Ну и не только там, конечно, вот то говно стреляющее больше навредило. Ну давайте уже. Дегенераты сейчас будут бегать туда-сюда по точке. Ёб твою ж налево, вот нашего лагает. Чего так откидывают? Это... Чё за нафиг? Или это не наш был? Кошмар. Да отдай ты точку, дебил ты тупой, блин. Господи, насколько надо быть безмозглым, а? Эй, давай, 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 тащи, тащи, я тебя верю, просто. Не фреза, тащер какой-то прям. Знаете, я бы даже не удивился, если бы я сейчас сдох, конечно. Бабах! О, да. Я как бы для этого и тащил. Причем-то не отмазка, а я реально для этого тащил, думаю, кто-нибудь подойдет, чтобы сдох, зараза. Ой, господи, дебил, пошел добивать своего. Насколько надо быть дауном, чтобы не видеть долбанный конченый флажок за спиной. А у меня вообще стало далековато. А, он пролагивает иногда. Понятненько. Да уж. Дохнут наши что-то отменно прям уж. Да она даже не видит меня. А просто супер. Просто тащер. Так, надо сразу же сделать так. Ну, нормальненько, захватили. О, супер. Вот он. Вот он. Вы меня бы могли бы подтолкнуть. Все уж на то пошло. Так, отойдите нафиг все. И... Ти! Бабах, просто, короче, в нужную цель. Так, перекастую на всякий случай. О, наши застраиваются, молодцы. Закидываю, да, нам точку? А, точка закидывает, я не хочу там стоять. Прям четко в центр, тащер. Я быстрее. Бабах, помощь.
Так, ну и что мы имеем? Мы имеем полную жопу. У нас какая-то скотина пришла на точку. Как это было прикольно. Просто снимает и все. И дохнет. Дохнет как говно. Сейчас сдохну. Нет, не сдох, смотрите-ка. А, блин, это... Я разобрал пушку и вошню. Я смотрю, убийство. Ну, что-то расслабился, смотрю, нифига не убийство. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, по крайней мере, чувака отвлек. А, ну да, мы, конечно, встали точку благодаря этому. Вообще супер, а толку от этого никакого нет. Инквизитор пламя кил меня туда. Ну ладно. Не буду я, короче, трогать эти все дело. Ну и все в задницу. Только благодаря этому встали нафиг. А, что, можно было уже тащить, что ли? А, супер. Я не знал. Так, давай, щит сразу же. Вот этот солик не помогает, но хотя бы от огня поможет. Чё, тварь, не ожидали, да? Вот так вот. А, стоять, блин, долбанная привычка, хотел капкан поставить. Вот так вот, ибо нефиг. Давай, 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 захватываем, захватываем, захват, нафиг. Ядрёная мать, я сейчас сдохну просто. Да, сдох. Надо было налить кинуть, вот это... А, не, нормально, мы захватили, и то хорошо. Надо было налить, конечно, кинуть, она бы очень сильно помогла, она сейчас прийти сразу налить кинуть на точку. Это будет намного легче. Точнее, поможет намного лучше. Ладно, уже полегче. Ну что ты творишь, дебилоид? Жрабасина. Воу! Все, я сдох. Еще и полудохлый орк меня добил. Ну давайте, давайте, ребята. Хотя бы с одной стороны сделаю, чтобы подход был покорявее им. Супер. Фигово. Не успел. И никого нет на точке. Они потому что все сдохшие были. Ой, блинский, это у меня чертова чехарда меня бесит уже. Да нафиг, короче. И так попрет. Щит долбанный. Так что вперед, 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 вперед. Мы просто тащеры. Надо бежать отсюда. А, ну супер, блин. Прям по кочерышке мне проехался. Ну, кстати, у меня за помощь очень много сравнительно. Я тащу по помощи каким-то макаром.
Там налить, да? Налить спал уже. Блинская зараза. Говноед мелкий, а? И бутыль надо выпить. Супер. О, не, задамажил. Одного задамажил. Хорошо. Офигеть, я думал опять просто бестолку кинул. Дебилы. Господи, дебилы. Пишут такую фигню в чат, на которую всем насрать. И тратят время. Неплохо. Я думал, я стою еще на наледе. А я не стоял на наледе. Так, ну меня по помощи уже обходят. Так что, как бы, и неудивительно, что меня обходят по помощи. Да. Мое количество хп было очень-очень малое. Ладно, это все фигня. Не, оно всего лишь там несколько десятков. Че, 34 что ли? Так что уж что я набил, то набил. Скотина. Ой, блинский. А, я перемороженный. Я думаю, что за фигня, почему не жмется? Сначала нажал, не проканул. Давай, давай, уже в истерическом темпе жать. Нифига. Потом уже увидел, что я замороженный был. Так, ну, тащить не уже смысла, потому что... Мы либо сейчас затащим, либо мы сдохнем. Ну, в смысле, проиграем. Так что единственный вариант это пройти на точку сейчас и затащить. Иначе я тут никого вообще не вижу. Дебил, блин, по своим же глушат. Ну, смотрите-ка, мы захватили точку. Как бы это смешно не звучало, но мы захватили точку. Текс, давай. Как там тебя активировать-то, говна кусок? О, спасибо, что активировал. Там, может, кого придавило. Может, кого-то и бы и придавило, если чуть попозже. С другой стороны надо активировать, значит. Понятненько. Ну ты нафига, дебил конченый, меня-то толкаешь. Да, он тупорылый, блин. Кошмар, насколько эти дебилы, блин, меня раздражают. Ну, убьете. А, нашли его, увидели. И на том хорошо. Ну, инквизитор, ну ж твою ж. Ухромал, блин, не туда.
О, а я обогнал по помощи. Офигеть, стоило только один раз на точку нормально зайти. Ну, давай посмотрим, что тут выйдет сейчас. Вот это я понимаю, сейчас затащили. Командный дух. Ядрёна мать. И он там через стенку палит. Нормально. Эх, прокачу, блин, вывалился из гнезда просто. Ёшкин кот. Ну давай, 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 давай. Чего не нажималось? Почему я здесь ее нажал? Почему не там нажал я ее? Нормально, я выкинул нафиг отсюда. Но тоже неплохо. Ты нафига стенку ломаешь, дебилоид? Или что там, наш что ли стоит, оказывается? А, ёшкин кот! Ой, мы всрали. Мы жестко всрали. Да у нас там гном дебил, блин. Ну, ну, авкер, конечно. И я чуть не вывалился из гнезда. Конченые дегенераты, блин. Авкующие. Тупорылые твари, только умейте толкаться. Я ему ударил все равно. Как бы он не пытался убежать. Нормально, самое главное держаться сейчас. Да, добил. А не, походу бесполезно. Или все-таки есть польза? Ну, момент истины почти настал. Не, всрали. Да уж, да, всрали. Так вот, собственно, и играем. Не, ну неплохо. Сколько там? У нас всего лишь 200 очков было. Набрали практически 300. Так что неплохо. Неплохо. В самом начале бы они так и играли бы. Хоть как-то, хоть что-то, блин. То дохли как говнище. А я все равно лучше по помощи. И мне срать на вас всех. У нас команда тащеров в сравнении с этими днищами. И я левел получил. Замечательно. Левел — это хорошо. Так что все будет прекрасно. Так, алтарь, что я тут могу вкачать-то себе, а? Не, ну, отражалочка, конечно, неплохо, но толку от нее никакого. Заморозка дольше. А, ЦП ты будешь жрать 25, а не 35. Конечно, тебя тогда заюзить будет намного легче. В полусражении. Наверное, лучше тебя сделаем. Проклятие. Давайте напоследочек за сестру огня зайду. Посмотрим, что там у нас получится, не получится. Сколько я уже, получается, играю? Часа полтора где-то, да? Сейчас там 1-2 боя, может, сыграем.
это? Привет. Алло, кто? Я там микрофон отрубил просто. Что-то додумался, блин. Вот, слава богу, ты зашел. Я узнал, что у меня микрофон отрубленный. Ну, недолго был отрубленный. А когда в менюшке был. Ой, ё-моё. А может и долго, не знаю. В общем, я тут фрезу и канонира себе до 14 левела добил. Что, наверное, танка, наверное, добить, что ли. Ой, ты нифига себе, я его не добью. Фига себе, ему 5000. Хотя 5000 ему вполне легко будет добить. Да ну такая жопа была, вот сейчас предыдущий бой за фрезу играл, там, блин, весело было, я так сказал. У нас было 200 очков, у них 494, мы захватываем. И проиграли 500 на 490, что-то 4, 6, там что-то так, короче. В общем, практически затащили даже. Удивительно. Так, что ты на кого будешь заходить? Ну, берсерком поздравляю. Берсерок, у тебя там вес какой-то вообще? Мне сейчас... А погоди, я посмотрю. А, 1253. 1464. Не, я тебе говорю 1253. Я своего танка раздел так же, нафиг, нафиг надо. Или что, попробовать со шмотами? Ну, давай со шмотками. Давай со шмотками. Хоть один будет не дрищлявый. Не дрищлявый. Спасить группу. Одевайся. И 1563, нормально. Так, у тебя 1464. Сейчас посмотрим, что я могу скинуть такое, чтобы не сильно мне мешало. Так, 400. Да, нормально. Штанцы. Пойдет. А, ну да, толку от того, что я раздеваюсь, вообще никакого нету. А, нифига себе. Зато хп как сколько. Сколько толку от того, что я хп так занижу, это вообще. О, блин. Фу, господи. Давно на этой карте не играл, но я ее ненавижу. Я просто терпеть не могу. У меня плохие ассоциации с этой картой. Очень плохие. Да, мне просто нравится длинный захват всей карты. Ну да, не спорю, длинный захват, как бы все дела. Музычку чуть потише сделал, мы там посмотреть. Попрет, не попрет. Так. А, блин, я ее все равно ненавижу. Так, это мы получается сейчас в нападении, да? Да. Нападение. Ну, нападение так хотя бы менее напряженно. Так только на последних минутах уже начинаешь напрягаться. О, у них минус один. Без эльфийк вообще. А у них хил есть, у нас нет. А у нас зато тащит инквизитор. А у нас минус один тоже. Канониры ливают. Да и пошли все в задницу они. У нас плюс один канонир. Хе-хе-хе. Ай, бельгизм. А у них еще нету. А у них берсерк. У нас канонир вернулся, у них берсерк вернулся. Нормально. Ой. Погнали. Сейчас будем тащить просто. Просто тащить. Ху-ху. Один в блок. О, в щит. Еще в щит. Да я просто тащер. Столько ударов в щит принял. На эти мелкий говнюк. 1200, прикинь, просто. Офигеть, что-то прям у меня слишком раскачанный стал какой-то. Ну, дамаг. Третья пушка все-таки как-никак. А, еще в щит. Я тащу. Нормально. А я застелил. О, орка, я... Так показалось, как будто я ему... Ой, он упал.
Бывает. Он не выдержал этого позора и упал. Нифига у них, конечно, у них танк вообще ни о чем. Видел, как у него щит максимум первый. А он тоже типа голый бегает. Ну, типа да, только толку от этого. Он сдох как говно, его просто тапками закидали. А, поверь! Нету? Вот. Нормально! Успел набить. Нам в спину тут настреливали, оказывается. Вау! Пока я от одного пытался защититься, вот это вообще прям было сейчас весело. Прям аж повезло, я бы так сказал. О, прям в щит пробиваха ударил. Да пошли вы отсюда уже, нафиг, урода, блин. На тебе, зараза. На тебе, зараза. Ой, да их тут несколько инквизиторов, или так, открою секрет такой, я прям уж убегаю сейчас. Ой-ой-ой. Обломился. Не, все-таки, когда вот большой шмот, все дела, как бы он куда интереснее играть. По крайней мере, не дохнешь говно, либо просто из-за того, что я привык, что у меня там, сейчас ты играл канонир и фреза, у них там 1600 хп, там 2000 хп, ну, да. И тут 12 сразу. Конечно, да. Наверное, больше даже из-за этого мне сейчас повеселее играть. Ой, ёб твою ж налево! Блевотина. Ну давай, ударь меня. Сделай мне больно. Ударь меня, сделай мне больно. Скотина. На тебе, зараза. А, подожди, нифига себе. У меня тотемы хиляют. Я лучше тут постою. Вот просто вот изи точка, блин. Сложная точка вообще просто как делать нефиг. Че там тебя? Делают больно? Да, херня, сейчас я выдаю. О, а я нормальный. Он меня в блок ударил. Хи-хи-хи. Не, прикольно так. Научиться щитом вот это управлять, это вообще супер. Помощь на халяву. Надо было чуть пораньше. Поближе, точнее, подойти. Оба-на! Я ему просто вторил. Вот все просто. Ну, и на том хорошо. Случайно кнопку нашел просто. Вот он, я на очередном пути. Да что такое, блин? Добили, походу, дело. Да, я добил. Застроились они что-то с одной стороны. Вообще даже не попал. О-о-о! Я чуть, ты короче. Чё, да? Да на капкан наступил, блин, и чуть не вылетел. С моста. Пошли нафиг отсюда. О, а я на камешек упал. Нет, я все-таки утонул. Надо прийти на точку. И всех раскидать. Мне это прикалывает на этой точке. Ну это нормально. О, у нас телепорт рабочий есть. Прикольно. А, вон где он даже стоит. Прикольно. Ну ладно, я уже так пришел. Из-за этого телепорта в болото не улетел. Такой матерый телепорт? Да, что-то я не думал, что он там будет стоять. Нормально! Вот меня реально прикал, когда уже видишь, куда он бежит там, и это... Паверку начинаешь... Ай, блин, я не прыгнул. Нифига, гном, как Иисус пробежал, короче, по воде один раз. А вот вторая нога у него утонула. Наполовину он только. Реально, одной ногой по воздуху. Со стороны-то прикольно выглядело.
Да ну нафиг, я его даже не видел в кустах, зараза. Эй, прикинь, просто в лужу упал и так повезло. Я ты иди уже отсюда, блин. Нифига он полетел. Я успел его добить все равно. Бедолага. Чё за... А, это наш гном. Нет, не наш гном. Чё за фигня, блин? А, во. Прикинь, нажал на щит. Руки он расправил, видите ли. А щита не было. Я стою, понять не могу. Людей получаю. На эти, зараза. Там Тесла стоит одна, я почти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кранты. Да, добил у меня. Нормально, я по помощи хотя бы догнал сапера долбана. Канов вырубайте. Вырубайте. Помогай. Их прям даже не знаю. Сломать ее что ли? А то стоит эта долбанная веточка. Ну, я пошел. Бедный гномик, зараза. Нормально, ща пойдет просто. На тебе, говноед, тупорылый. Нефиг на меня кричать. Генералов-то развелось теперь. Ага, понадобило ли. А молот наш один. Ой-ой-ой-ой-ой, мне кирдыкс. Нет, не кирдыкс, мне повезло. Давайте лучше бутыль выпью на всякий случай. Ну и все. Ну и затащили, я сказал, затащили нафиг. Иди ты уже отсюда, козел. Вот так вот, нафиг, вообще нормально. О, я по помощи затащил. Под конец. Я лучше по помощи. Вырвал. Я реально сегодня лучше по помощи очень много раз был. Что за фризу? За это вообще прям... Фризу надо обязательно быть лучше по помощи. Прям вообще мне нравится, когда вот хотя бы какая-нибудь ачивочка есть. Лучший там почему-нибудь. Так, мне еще надо, ну, грубо говоря, 3000. 2700. Да. Ну, 2-3. Ну, два боя еще. Как пойдет. Количество игр 50, 64 статистика, да уж. Так. Что у меня здесь? У меня все, что нужно, поставлено же, да? А у меня ставить-то больше нечего. Так, шмотки все надеты, ну и все, можно начинать. Тогда уж танку добью. Левел. Не хотел я ему добивать сегодня уже. А я все в сомнениях, кого мне качать. На кого докачивать или качать. Вроде хочу и сапера опять, но, блин, муторно бегать до 15 уровня, там ничего не делать, грубо говоря, там тупо эти стенки, тотемы до телепорта один получается. Там мне как-то прикалывало бегать. Особенно когда стеночки появились, особенно когда две стеночки появились, ох, мне это вообще нравилось. Не, мне это сапер нравится чисто из-за флешек и этих. Из флешки мины и стан. Всё. А мне нравится в нем паровой молот, телепорт, тотемы и стенки. Не знаю, я просто как-то не люблю молот. Если я его ставлю, его просто никто не держит. Ну да. В этом, пожалуй, его основная проблема. Стоит дофига, а толку нифига. Ну, это так же, как, допустим, мне в танке нравится отражающий щит. Где прикал, когда они убиваются. Сегодня даже это, на фрезе в этот, в щит убилась сорка. Стреляла, все-таки убилась. Не, я прям был счастлив, короче. Вот так же и здесь его отражалочку мне нравится, когда бьются. Хила нету, тащим. У нас два гнома. И сапер, у них два гнома и берсерк. Ну, так сказать.
для равновесия. А все остальное то же самое. А, подожди. А, у нас... Ну, там... Так, у них 40, а у нас-то кто за место... А, у нас два берсерка, у них два берсерка тоже, я вот этого нижнего-то не увидел. У нас сапер, у них 40, короче, единственное отличие, и все. Посмотрим, кто из них лучше играет. 40! 1958. Вес там. 22-й левел. 22-й. Просто 22-й левел. Ну слушай, это еще нормальный 40. 15-й левел сапер. Просто 15-й левел. Не, ну если он будет ставить телепорты и тотемы, я только за. Пускай тест. Пускай тащит. Эй, все-таки мне эта карта в нападении не сильно нравится. И уже с самого начала начинается жопа. Я лучше вот это поставлю, гадость. Там за один квадратер выбивай. На тебе зараза. А это почти получилось. Ну что, добьем его. Так, пока что немножко с щитом постою, чтобы хоть как-то понять, что-то как на карте происходит. Не, нормально сапер тотемы ставит. Блин, мана кончилась как раз. Так. Ну пушку нафиг, эту пушку. Чё за фигня? Я же щит поставил. Вот, теперь он защищает. Не, реально какая-то фигня, первый раз такая у меня с щитом. А, блин, здесь уже все сдохшие были. Так, ну что, надо пробовать на точку. Ну, а то мы так здесь и простоим долго. Ну-ка, давай-ка отвлекающий маневр им так. Это, короче, типа блин, бомбардировка будет. Да у меня этот тревог, блин, первый, он беспонтовый вообще, он не отталкивается от земли ни хера. Еле-еле бежит, только с камин еще чуть-чуть. Не, я тоже сдох. Сейчас это мы сейчас уберемся. Я думаю. Я вообще не на ту кнопку нажал, а хотел более красиво запустить фейерверк. Ща, короче, вот так. О, кстати, телепорт. Им же прям к воротам телепорт стоит. Да. Я что-то мимо пробежал, благо его увидел. Да ну нафиг, я опять леща получил. Ни за что. Так, пушка, походу, да? Аллах бабах, ну да. Правая, левая, левая. Походу слева. Куда-то движуха. Ах. Да, слева. Сидим, дуем персонально. Че, не нафига, что ли? Ладно, постоим с щитом немножко. Ёпта, вышь налево. А, это наше пламя. Какой-то инквизитор у них лагает. Да. А у нас берсерк. 900 пинг. Тащер, короче. Так что не зря я его не увидел. Ну, у нас канонеры тащера, я тебе так скажу. Ну, не знаю, они он. Со мной сейчас инквизитор один бьет. Он очень-очень хреново его бьет. Да уж, инквизитор у нас, конечно, тащера еще тем. Просто сейчас запустил пламя инквизиции, и он в никуда. Ну, в смысле, даже ни в кого не попал. Пушку слева смыть? Ой, я раскидал чуть-чуть. Сейчас это сдану. Не, по один я точно точки ничего не сделал, надо... заходить хотя бы 2-3. Ёб твою ж налево, на нашу пушку скай кинули. Уже скай.
Короче, надо мост строить. Ну все, в задницу. Пошли мост строить. Пошли правый тогда строить. Значит, правый? Тот какой-то у него очень-очень слабый, походу. А ну еще пушка чуть жива. Ну берсерк у нас вообще жжет. Жжетенько прям лагает. Ох, как жжетенько. А, у них еще и справа пушка уже к этому. Да. Вообще фигово. Я не могу залезть, я слишком жирный. О, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё, упал? Чё, ну я открыл табло. Лучше бы крикнул бы, пушка стреляет. Я бы лучше понял бы это. У нас какой телепорт тут стоит куда-то. А, этот дебил построил телепорт, так что к нам же на базу. Нормально. Справа мост. Ставь телепорт на мост. О, проходи, короче, к ним туда и тащи их. Сапёр. Я в тебя верю, давай, тащи. Там камни. Папах. Еще погоди. Нормально. Да ты козёл, блин, под себя стрельнул. Все, нормально. Так, ну давай, короче, я тогда на точку пойду. Я на точку туда пойду занимать. Хочет пушки ломать, заходите, спасибо. Сейчас зайду. Так, нормально. Мы тащим. Точка наша, почти. Сейчас надо говно какое-то выкинуть с точки. Иди отсюда. Давай, сейчас. Ёпта, вы ж налево. Скай на точку кинула, тварь. Я горю. Блин, я сдох. Ну, пушку сломали, да? Сломал. Нормально. Стреляйте в точку, стреляйте в точку. Так, понятно где. Стреляйте в точку. Ядер нет. Еще берс тут и инквизитор. Я не знаю, как они хотят по точке стрелять через мост. Это... Ну, ладно. Могут, видать. Мелкий говноеб. Я хоть одного да убил. Не, ну пушку, короче, сломали. Ой, ну, я чуть не вылетел. Да что такое, блин, а? Скотина. О, нормально. Все, давай заходи отсюда. Угу. Здесь пытаюсь пока что. И один только. Я улетел. Так, ворота. Что-то пытаются... Нормальненько. Скай. Ядрёнушки.
Нормально, блин, Скай еще и пламя инквизитора. Так, кто там стреляет? Погоди. Нормально. Вот. Чисто своей компашкой тут. Почти. Тихо. Зараза, он прыгнул на меня. И так было хп мало. Почему ты откатился? Или он откатился, я протупил. Ай! К нам перед пушкой встал на землю. Не попасть по точке. Давайте не танк. Где-то здесь танк, стой. Не, ну сейчас, если я уйду с точки, то это все, будет жопа полная. Да, все, нафиг, я пропустил. Я удар пропустил. Правее. Пламя, нормально. Все, забираем. Зашибись. Нормально. Так. Я сразу через мост, короче, иду. Давай. Так, все. Пока он еще целенький. Сразу с стражалочки попробовать зайти. Открывай ворота, если сможешь там. Сейчас. Попробуем. Не смогу. Здесь двое. Ну я хотя бы отвлекаю, и то хорошо. Зачем? Инквизитор и Берсерк это вполне таки неплохо, что я их отвлекаю. У меня вот атамчик еще бы вообще был бы супер. А, блин, по мне стреляют уже. Это фигово! Надо валить, о, все. Там возможности будет, посмотри, сколько ворот типа. Сейчас подойду, гляну. Треть отняли. ТП, давай четвертый. Я не могу, я турель заняла. Подожди. Заняла? Построй ее где-нибудь. Да, бывает такое. А я думал, парень. О, прикольно! Видал? Отражалочка! Он поверху пытался меня кинуть. Да я все это время благодаря отражалке-то и тащу туда. А он пытается меня убить все. Видал? Вот так вот. Я просто затащил, короче, как батенька. Я просто поворотом стреляю. Нормально, там уже половина снесло все путем. Я их пока что отвлекаю, так что нормально. Они ни щит не ставят, не пытаются отвлекать, так что все нормальненько. Бутылечек я успел, сейчас ударит, сейчас жахнет. 4000 осталось. Че пил, че не пил, толку никакого. Ай, блин, все, нафиг мне по хребту не ударили поверкой. А, во, куда телепорт? Нормально. Чуваки, я вернулся. Вы рады, наверное. Пошли отсюда. Ну, хотя бы один. И то хорошо. Сейчас гляну. Ну, еще два либо три ядра, это точно. Ну, два минимум. Где-то пятая часть осталась. Ну, я фигово с математикой, но... я так визуально только вижу. Че, не попал, что ли? Попал вроде, только... не отнялось ничего.
Сейчас не попал. Там просто инквизитор на меня скрылся, он даже с пушки вылетел. Mm-hmm. А когда ты на пушке с пушки вылетаешь, он все время домашний приходит. Бабах, нафиг все это. Так, ну да, еще одно ядро надо прям четко попасть. Чуть повыше возьми, ты прям вниз стреляешь, иногда получается, как будто не попадаешь. Не, я по краям стреляю, просто всякий случай всегда. А-а. У меня как бы по сорке я могу ориентироваться, по лифту могу, а по оркам я еще не научился. Так, пушка минус. Ворот, я тоже минус. Просто всех снесло нафиг туда. Наоборот, сломались, вас снеслось. Но все трупом сразу улеглись. А я раньше думал, что эта фигня не дамажит. Пустой план. Да, вот. Ну все, заходим. План тоже. Сейчас покажу, какой план. Сейчас бочки будут по точке кататься, наверное. Хотя, пока ладно, не буду. Да пока не надо, пока у нас и так хорошо. Надо просто встать на точку хотя бы, и то будет хорошо. Саны, ну давай спинаем. Ой-вей. Еще нормально. Да спинаем давай. Да что такое, блин? Я опять леща получил. Блин, добили твари. Просто, просто вдвоем, втроем. Один паверка ударяет, другой добивашку, и в итоге этот танк добивает меня. Минус два. Поставь ТП на мосту сверху. На эти, зараза. Скай, мать твою, Скай! Придурок! Он же жарит сильно. Я пошел в него уже. И бутыль. Супер. Что, банк купит? Инк? Блин, успел выпить. Сейчас крикну. А толку не было. Они все сдохли. Блядочные твари. Да твою ж налево. Просто по КД, блин, кидает. Бутыль в откате, мать твою. Во, нормально, все, я на точку бегу. Давай, через секунду. А-а-а! Все, я словил леща, сейчас добьет. 5000 хп, ну... Ну прям вообще. Таран. Все, жди таран. Да ё-моё, с респауна не повезло. Давай! Беги, беги, жирный! Ты жирный! Цели, да походу дела. 4 секунды. Кто свой, кто чужой? Да твою налево, овца! Ну у него очень много скайп сейчас тогда. А просто на 10 секунд у нас вариантов тоже немного. На ЦП набивает, пока вот это. Да, пока вот. На скай этом долбаном. Да там еще 3 Тесла долбанных стоят, я вообще ничего не могу сделать. Ну, поставил щит, ну, сейчас меня насует так мечей. Ну и все, нафиг, меня манос сожрало. Да, там еще голем стоит, блин. Ну, это вообще полная задница, блин, на точке. Апокалипсис, ядрить его налево. У меня мана нету. У меня бутыль в откате. Я... Пошли вы все! Пошли вы все! Бутыль, бутыль, пей, бутыль, пей, бутыль, беги, беги, глупец! Точку отдали, блин. Я жизнь свою спасал. Все, да, нафиг. 1666. Ну, я тащу, короче. Знаете, он блевотину скинул. Нафиг. Не, неплохо. Хотя бой был такой интересный. О, зараза. Да, еще надо будет один бой играть. Хотя бы такой же бой. Так, 85, 86, ну да, мне ровно 1000 надо, почти ровно.
1009 надо. Так, ну-ка. Ну да, Стейси, тишина и покой. Ой, блинский. Ну, придется еще один бой играть. Ну. Ну, либо ой, здесь надо очень много очков набрать. Не, ну почему, если мы затащим, я первое место займу. Там, я буду лучший игрок по помощи. Еще убью там штуку 10 и сдохну один. Да, вот, вот с Виской сейчас играть будешь, вот тогда все нормально будет. Да. Сейчас ему придет. Ты посмотри, у них канонир. Парни, качнуть парни. Не только со скан только. А, кошмар. Нет, конечно, да. 24 левел. Я думаю, как раз таки 40-то и качает. Я же что-то к этому как-то склоняюсь. Просто 24 левел, все дела. Да, даже это заценили в чат. Так, а у нас что? Так вот. Ой, я звук отключил. Чувак, я звук тебя отключил. Так, ну-ка. 14 левел. 14. Нормально. Просто 24-й, 14 левел, вес одинаковый. Все, главное сейчас Виска, чтобы нас не топило. Да, у них хил есть. Иза, ты будешь бот стоять? Не, ну конечно надо было. Вот, а в следующий раз точно так же, только на точке делай. Просто реально, блин. Да я ему вдарю хотя бы тотему, что ли. Так, куда? Ой, я чуть не вывалился, блин. Ну, я заработал убийство. На эти, зараза. Оба-на! Надо было с стражалочкой бежать. Как я обожаю этих дебилов! Вот, спасибо, вообще был четко. Просто обожаю. Включаешь отражалочку и давай троллить всех. Стоишь, типа, я типа только щит включил и все дела. Типа я шланг, да, такой? Ага. Они начинают поверкой бить и просто бум! Прям мне это нравится. Во, вот это понимаю. Вот так. А, блин, у меня отражалка закончилась. Это нечестно. Ай. Эй. Черепа наши вот. Фига, у меня там в строке статуса все по ходу дела, что можно. Сейчас вот. Не знаю, по-моему, чужие. Чужие, да. Нормально. Да, зачем знали, что морозило бы? Да пущай. Нормально, хоть эти говноеды бегать меньше будут. Просто, как бы, у нее шанс заморозить 3 человека, она кидает налить. Это вообще бесполезно. Скоро подъем будет, давайте на точку. А? Чума на них на всех. Эх, саперчик. Мозгули, понятно. Ты один. Если что, если расталкивает, то как. Было б чем! Эй, вы чё, в натуре? Ёб твою ж налево, это что за фигня тут? Да вы чё? Ребята, я не в курсе. Тотем переключи. Они мне тотем сломали. Я его включил на хилочку. А чё у меня так хп много? У меня чё, тотем так отхилял, что ли? Вообще супер! Тебе подкинули, по-моему, хп, что ты не видишь, да? А как? Хил, по-моему. Он там стоял, на островке! Блин, я бы знал, я бы там бы остался. Не, ну нормально, я продержался долго. Сколько там было, 5 или 6? Короче, почти вся команда была, блин. Тапками пытались закидать.
А я тащу по капканам опять. Убери, убери. Мелкий говноед. Собьёшь его? Не, не убил. Я на поверку не... Ую! А не убил! Я убил! Я убил! Я убил! Бутыль? О, вон она, я успел. На точку щит надо. Я уже пришел. А, уже поздно. О! Так, мин, аккуратно. Да, сейчас разминирую. Смотри, а Фрезата знает, что надо делать. Только она жопа повернулась к берсерку. Она все время блок держит. Ну, ну... как бы палец там спускает вообще эту кнопку. Ну, и кнопки мороза, и это хрень, все. Я так же на танке делаю, но я только на танке так делаю. Блин, меня обошли, меня хил обошел. По помощи. Ну, я на саппорчу просто. Вообще. А, мне еще и Фреза, ну вообще, короче, из меня саппорт, короче, в этом бою никакущий. Там мина пить. Да, я знаю. Не, я побежал вперед минировать. На тебе, зараза! На тебе, зараза! Да что за фигня? Почему я опять один на точке? Давай. На тебе! Да пошли вы все, ублюдки! Сорку, сорку, дамаж, 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 не могу. Нет. Ну, я типа дамажу. Все, надо бутыль пить. Свалит из точки, о. Все. О, нифига у меня ЦП. В прошлый раз у меня не было ЦП вообще, а тут ЦП много. Раскидал их. Хоть как-то повезло, выжили. Ай, ай-яй-яй. Нет, конечно, здравое месиво. О, я спас нашего хила. Его инквизитор хотел поверкой ударить. Я спас гнома от добивахи. Сейчас, короче, крикану. Минус один. Нет. Мина, 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 мина. Повезло. Повезло, я про что говорю. Не, ну блин, мне нравится такое месиво. Это просто хидрёшеньки, что творится на точке. Ага, Филиппа грёбан. Там слева 40 стреляет. Да, кстати, я видел. Вообще не видел. Он вернул, может. Не, а, его нету? Его нету? Он на респеге, а я не на ту команду смотрю. Ну, кстати, у него 9 очков, он же, ну, он даже это, не заработает ничего. Да, там 11 надо, во-первых. Оп, поем. Ой, не то! Ладно. Мина? Да, да, тут сейчас много всего будет. Выпил. Чё хочешь делать? Можешь расталкивать. Вот если сейчас расталкивание есть, как бы зайдет. Ну я их толкнул, это все, что у меня было в от... не в откате. Ну ладно, сейчас я доберусь. Ну нормально. Я бутыль успел выпить, пока на тебя отвлеклись половину. Так что я жив. Вот мне вот этим нравится играть здесь за танка, то что реально, вот если затащил, то затащил просто. На эти, зараза. Это наша Фреза, что ли? Да. Ну, тащит-то как, а? Кстати, а сорка-то еще ни разу Скай не кинула. Она какой-то хренью занимается. Не, она, по-моему, кидала Скай, но... Ну, это... явно не на точку. Да, что-то там. Блин, с чем так залетел?
Вот дамажит я сейчас более сильный кусок. Накажем. Хил валяется ихний. Подскользнулся бедолашка. Ой! Прям уж дамага-то сколько нанес в спину. Конечно, да, все хорошо, но сейчас будет скоро подъем. Так что надо готовиться. Я к этому. Я скажу, нам осталось 2 очка заработать. Да? Есть крик? Ну, я пытался пнуть, поэтому ничего не было. У нас так оказывается какой хил прям аж, а? У меня даже таких скиллов нет. Кошмар. Фу. Блин, фреза обогнала, нифига всех просто. Просто всех уделала по помощи. Ну там тащила. Тащила прям. 1300, нормально я левел получил. Видишь, один бой. Нормально было, прям вообще хорошо. Так, ну-ка надо посмотреть, что качнуть. Что качнуть? Что качнуть? Так, есть таран. Мастер блокировки. Удар щитом второй. Боевой раж. И цепь. Ну, либо цепь, либо удар щитом, скорее всего, так. Ну, вот я думаю, наверное, удар щитом, потому что цепь я все равно пользоваться не умею. Хотя она теперь жжет, будет сжать цепь поменьше. И дальность у нее больше. Погоди, это какая третья уже цепь будет? Вторая, какая третья? Я вот и думаю. Уж цепь-то вкачать. Толк-то будет от нее нехилый. Ну, сам смотри, в принципе, потому что удар щитом, что мне оттолкнул, как говорится, и хватит. Так что думаю, лучше цепь. Просто он дамаг потом наносит, дешевле стоит, он все тут тоже. Ну, это так. Вкачается когда-нибудь. Надо пробовать цепи пытаться играть. А то у меня что-то слишком уж дерьмово получается. Так, что-то я, блин, сейчас персонажа вышел. Хотя магазин еще глянуть, что там у него. А, нафиг. Я сейчас на его, если что-нибудь куплю, он еще будет мощнее, так что... Я поэтому на него ничего не покупаю, точно. Почему-то, блин, вот у всех противников нормальная вот этот эффект, то, что покупаешь нормальные шмотки и вес маленький, а у меня наоборот что-то. Мне кажется, одну шмотку купил, сразу там 1000 веса прибавилось, а вторую купил, там еще 2000, и все, блин, такое ощущение долбанное. Ну, у меня на танке примерно так же. Это прям меня это не радует. А вот руны лучше на хп-хе сделаю. Везде практически уже малые. По крайней мере, по одному ряду уже почти все будут руны. Еще одну осталось сделать. Так, ну и все, что нафиг. Можно уже заканчивать стрим на этом. Что, ну 2 часа? 42 часа.